Ах, как хочется ворваться в городок, на нашу улицу в три дома, где все просто и знакомо на денек. Так, всем приветики, кто со мной? Сейчас будут у меня перебежчики. Отседова туды, оттудова сюды. Минуточку, секундочку. Всем добрый день, у кого вечер, у кого уже там, как говорится, ночь. Нет, ребят, еще не было ББ. Съемки ББ в 17:00. Я готовлюсь. Вы видите? Скажите, на какой диете вы сидите? Да ни на какой, я рот просто прикрыла. Так, Нона Щукина у нас в прямом эфире. Ноночка, привет, моя дорогая. Я за тобой тоже слежу, как ты за мной. Даня ушел из проекта. Зачем? Вчера вечером только думала, что-то не были вы в эфире. Здрасте, я вчера два раза была в эфире. Мы знаете, как ржали, что даже мне подписчики написали, вы там что, что-то принимаете? Это просто было псыкон. Причем ни с того, ни с сего. Привет, знат. Да, поржали, вот, видите, пишут. Вчера поржали от души мы все. Причем просто на ровном месте. Я все время за тобой слежу, смотрю твои сторис. Ноночка, моя дорогая птичка. Бузова ведет прямой эфир, а все у меня. Да нет, не все. У меня те, кто со мной вечно преданно. Как вчера прошло шоу ББ? Вчера прошло потрясающе шоу ББ. Смотрите эфир в следующую среду, вы упадете в обморок. Да-да-да, плакай. Мы просто Тюмень, привет. Мы просто до слез реально. И смех, и грех. Так, спасибо, Маруся, спасибо. Мам, надо все на... Меня все под контролем, Нон, ты ж знаешь. Ужасный фильтр, спасибо. Фильтр прекрасный, это я его у этой, у Скюта сдымбрила. Жаль, что вы не сохраняете эфиры. Ребят, вчерашний эфир, который первый был, куда-то я нажала, он удалился. А второй, ну, я не могла его сохранить. Там слишком все было смешно. Да, кстати, там еще и Милена в прямом эфире, поэтому... Я тут с вами первый раз, с кем работаете. Вот если вы первый раз, заходите ко мне на страницу, там все написано. Все вы увидите, да уж, как-то увидится, что ли. Да не говори, ну как сейчас увидишься, если сейчас кругом карантин. И это, добрый вечер. Два эфира были, это не то слово, ребят. У меня такая потрясающая публика, прям все подобрались под меня. Жалко Милену. Так, началось. А, Милена уже вышла, ну, понятно, это хорошо. Спасибо вам за такие милые сторис. Я... Да. Ужасная Скюта. Да не ужасная она. Катька классная девчонка. Скажите, пожалуйста... Здравствуйте. Томочка, здравствуйте. Здравствуйте. Слежу за ней, слежу. А, вот, Томочка, ой, она следит за мной, понимаете? А вы? А так вы не хорошенькая? Так ты лучше. Да ладно. Чем была. Как дела? Я курить собираюсь. Курить? Хотела вас пригласить, я не могу. Простите, пожалуйста. У меня сейчас публика. А вы вчера не были у меня в ночном? А вы, видимо... Извините. Вы знаете, мы так ржали до обсыкона. Просто с товарищами вот. По цеху. Ни с того, ни с сего.
Берите бублик, у меня все под контролем. Так, да, вот Сашенька моя маленькая, моя птичка, бусинка моя, вот у нас Сашенька Чернов в прямом эфире, моя малышка. Я даже не буду проситься, чтобы она ко мне подключилась, потому что мне неловко ставить людей в неудобное положение. Мало ли, может, человек не готов, может, человек, как говорится, не начепуренный. Зачем я буду лезть? О чем вчера был эфир? Я уже не вспомню, о чем. Мы ржали просто, о чем. Мы так ржали, что мне уже написали. Вы там что-то принимаете? Я говорю, вы что, добрый вечерок, если я буду принимать, вы вообще меня тут... Саш, я тебя люблю, ты же знаешь. А почему Селену не любят? Откуда я знаю? Я к Селене нормально отношусь. Между прочим, она очень здравая. Она вполне адекватная девчонка. Саш, что с Ромой и Майей? Саш, а что у вас там случилось с Ромой и Майей? Вчера Майя была у нас. ББ тоже изменится в связи с переездом на новую пани. Ничего не изменится. Все хорошо. Добрый вечерок, добрый. Я могу тебя слушать сутками. Да не надо. Вот это не надо. У меня еще такой противный голос. Что нас, что-то драки решили? Заболели немного. Ну, простыли, наверное, господи, с кем не бывает. А Шотик у нас в прямом эфире. Здравствуй, мальчик мой, Барев. Там, как это, вон цис. И шляхши мы. Ты когда узбекский уже будешь учить? Сволочь. Здравствуйте. А вы кто? Африкантова Танюха. Татьяна Владимировна, она сутками в эфире. Привет вам из Иваново. Иваново, привет. Мне сегодня, ну, тогда после 22, потому что у нас сейчас же начнется. Добрый вечер. Да нет, это просто так сложилось. Безбородова, Безус, Чайков, Пингвинова. Вы там пары по фамилии подбираете? Нет, это просто стечение обстоятельств. Вы чего я не поняла? Вчера в 12 ночи на работе и уже опять на работе. Ребятки, кто у меня новенькие... Те многого не понимают, что со мной происходит. Я как бы вечно на работе. Соленко ушел по голосованию, конечно. Смотрите эфиры. Знаете, какой был трогательный эфир? Плакали все. Таня, вы спите на работе? Ребятки, я, во-первых, не Таня. Это вам так, на заметочку. На секундочку. К Марине на кастинг много приходит? Я не знаю, ребята, мы же не кастинг-служба, откуда мы знаем? Или Таня, да, Ашотик, ты понимаешь? Но я уже привыкла, меня все время Таня называют почему-то. Ашот, вы узбекский учите или нет? Я забросила это дело с вами. Сейчас я возобновлю. Вообще-то Рузана забрала. Прекращай, какая Рузана! Рузана, Сузана. Ой, а кем вы работаете? Зайдите, пожалуйста, ко мне на страницу. Я очень вас прошу, по-добренькому. Яхщи учу, не яхщи! Господи. Я считаю, по поводу Милены вопрос не актуальный, ребят. Прекращайте. Вы же все здравые люди. Соленко ушла, Яна, конечно, все ушли они. А как Яна могла не уйти с Захаром? Вы что? Яночка тут же все подорвалась, шмотки собрала и ушла.
Ой, вам подходит имя Рузана? Ашот, я тебе сейчас тресну, приедешь. По печени. Рахмат, Мархамат. Как там Марина кого-то себе нового нашла? Ребят, заходите в мои сторис. Я ж вам для чего их снимаю? Для вас же. Чтобы вы мне одни и те же вопросы задавали. Все в моих сторис, все доступненько и ясненько по логике вещей-то. Чтобы не было одних и тех же вопросов. Марина кого-то нашла себе, оп, в сторис зашли, глянули, вопрос исчерпан. Иногда мне кажется, что я как Жириновский себя веду. Добрый вечер. Все ушли, а кто остался? Значит, остался. Валера. Хотя зря. Надо было тоже ему уходить. Ой. Всех с чистым четвергом, точно, с праздником. Кто не знает, кто я? Как вы не знаете, как вы ко мне зашли? Я не понимаю, если вы на меня не подписаны, как вы ко мне зашли? Здравствуйте. Сейчас я напендрю свои фирменные очечки. Вот. Ой, почему топовых выгоняют? Соленко интересен, Милет. Так. Сейчас начнется, в группах пойдут сплетни. Соленко и Шафеева покинули проект. Господи. Выгоните. Не, Жириновский водой поливает. Мне просто некого полить. Я полила, но некого полить. Сейчас Славка придет, я на него вылью воду. Как относитесь к стыцевят? Странный вопрос. Вчера у нас был прямой совместный эфир ночью. Она как бы меня вообще мамой называет, стыцевят. И если вы посмотрите мою ленту, ну, все будет понятно. Олеся у себя на странице «Хайет Дом 2». Наверное. Наташа, ты правда как мама для всех участников? Спасибо. Что вы орете? Вот именно. Я иногда тоже думаю, что я так ору? Особенно Алена говорит. Наташа, как смотрю твои сторис и прямые, думаю, что Наташа так орет? Почему Захарьяш такой? Потому что. Прекращайте оскорблять участников. Сейчас я водой свой телефон залью. У меня коллеги там в соседнем кабинете притихли. Сейчас ржут, наверное, там втихаря надо мной. Какой самый любимый... Что? Вы спите иногда? Да, конечно, я сплю, естественно. Я легла сегодня в 7:30. Да, я высыпаюсь. Я чем меньше сплю, тем лучше морда. У кого-то, видимо, заело. Сколько длится съемка ББ? Сколько длится съемка ББ? Сколько длится съемка ББ? По-разному, от 2 до 2,5 часов. А где вы там спите? Вот здесь я так и сплю, ребят. Вот в этом кресле прям. А как по-другому? Хочешь работать, как говорится, сиди и спи. У вас там кто-то болеет. Что вы несете? Наташа, привет, Барнаул, привет. Привет, Барнаул. Выгоните хабалку Черно, да еще что не хватало. Чита, привет. Слушайте, там, походу, у нас этот идет. Дождь. Я просто не понимаю, почему такая агрессия на Сашу, и я просто даже не хочу это комментировать, с чего вдруг ее надо
Выгонять, найдите уже Кадоне невесту. Хорошо. Вам уже нужно открыть новый проект «Роддом 2». А, у вас там карта висит. Какая карта? Скоро будет 3 года, ребят. Мы работаем на шоу «Бородина против Бузовой». Скоро будет 3 года. Привет, 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 привет. Ах, как хочется вернуться. Почему-то эта песня мне сегодня заела. Мариуполь, привет. Ах, как хочется ворваться в городок. Благодарствую. На нашу улицу в 3 дома, где все просто и знакомо на денек. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Где без спроса входишь в гости, где нет... Забыла дальше. Кто на острове будет вести после Антона Бекужева? А вопрос очень даже... Вот сейчас вопрос очень актуальный. Очень. Когда закрыты все границы, закрыты все воздушные пути. Вот этот вопрос, вот меня вот просто поражают тупорылые вопросы. Сашенька, рыбка моя, все под контролем, ты не переживай. Я сейчас... Начну телефон водой заливать, если будут нести всякую херь. Так, Мариуполь, по-моему, там привет. Строкова не хочет Даниила забрать к себе. Надо у Татьяны Строковой спросить это. Как боретесь с короной и оберегаетесь? С какой короной? У меня нет короны. Где не зависть и злости, где Ебаров? Ебаров уехал. А так они что видят, то и пишут. А, ну да, точно. Я просто не пойму, что они там увидели. Я ж эфиры не смотрю. А что там было в эфире, я уж забыла. Ну, ты ж понимаешь. Омск, передаю вам огромный привет. А на херню всякую сама знаешь, кто заряжает. Прекращайте. Я все поняла. А потом вот, да. И обращай внимание, Саш, сегодня все то же самое. Понятно. А, поняла. Подобрей аутист, да господи, не дай бог, что вы все позволяете. Почему это вы такие вещи говорите? Нет, вроде нормально все. Такие сердечки клевые. У меня интернет тупит, понятно. Ева, я передаю тебе огромный привет. Я даже из комнаты не выходила, а весь день обсуждают. Саш! Мне кажется, даже ты, если ты будешь на Марсе жить, тебя все равно будут обсуждать. Очень рада за Пингвинову, а вы... Странный вопрос. Саша, и вы лучше не обращайте внимания. Да мы не обращаем внимания. Просто есть такие участники, знаете... Если сказать, как бы так немножко, ну, ладно, не буду говорить. Ну, грубо говоря, есть категория таких участников, их немного, там, например, безобидно и банально. Если участник сказал «А», то там уже в конце скажут «Я» и так далее и тому подобное. Да.
Саш, ты можешь! А что там, Димка с Олей слухи про тебя распускают? Вот приятно, пишет, я всех на доме два люблю. Это потрясающе. О. А, поняла. В комментариях? Поняла. Вы похудели? Я не знаю. А, да? Почему их нельзя обсуждать? Наталья, вы давно блондинка? Да. У меня раньше были загоны, я буду тогда говорить, почему их на самом деле не показывают. Саша, прекращай. Их не показывают, потому что кто на кого орет, это их не показывают, потому что у них так камер нет, поэтому их не показывают. Для меня Саша и Йосиф самая любимая... Это прекрасно, это прекрасно. Я с самого начала смотрю «Дом-2» и все выпуски. Это хорошо. Саш, перестань. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот Вячеслав пришел. Олегович. Олегович, извините. Вячеслав говорит, Олегович на «вы» шепотом. Я говорю, конечно. Конечно, Слава. Что ты? Вести, Слава, мы тут вчера так ржали. Просто до обсыкона. Слезы лились рекой. Ни с того, ни с сего. Юлька за стеной просто обоссалась. Просто прямой эфир был. Ой, первый прямой эфир, потом второй прямой эфир. Это просто огонь. Пусть этот состав сидит на острове до осени. Почему до осени можно и до зимы посидеть? Строкова, Танечка, здравствуй, моя рыбка ненаглядная. Опять ржачка. Тань, ты помнишь, как вчера ржали? Это просто до слез. Ой, ребят, прекращайте оскорблять. Вообще такие невоспитанные люди, господи, как вам не стыдно? Наталья, а правда, что Саймон придет? Откуда я знаю? Сами посидите, ага, Сашка. Вчера Строкова приходила на ББ, да. Ашотик пишет, Рузанна, как ваши дела? Ашот! Чё я так ору? Ашот, вот ты когда приедешь, я специально для своих подписчиков с тобой сниму сторис. Тебе кобздец, я тебе обещаю это. Могу только нахуй послать черту. Саш, прекращай, что ты агрессивная такая. Таня, я вас обожаю, Татьяна Строкова, я вас люблю. Прекрасно. Танечка, два раза к тебе обратились. Я вообще-то через стенку все... А что ты здесь? Ашотик? Я думала, ты еще не приперся. А что за стенкой все слышит? Ой. Что-то у меня колет. Наташ, ты что, они меня оскорбляют? Так что они меня оскорбляют? Откуда я знаю, сволочи? Ребят, почему вы оскорбляете... Так, Сашка, не обращай внимания. Правильно. Алло, алло. Привет, привет, Женька. А, Женька, возьми суп любой. Любой, только не грибной. Суп любой, только не грибной. Тебе надо, Наташа? Мне нет. Наташа, надо говорить. Юля, не забудешь. Мне не забуду, сейчас я это делаю. Давай. Ашот, а ты почему сидишь и не скажешь мне, что ты там? Да, Тань, я здесь, я все читаю, говори. А, слушай, а Ира пришла? Да я знаю, что тебя ждут в роли ведущей, я все вижу.
И вопросники тоже. Ир, идем сюда, я тебе что-то скажу по поводу этих фотографий. Извините, пожалуйста. Да, Таню ведущие, это понятно. А кого надо убрать из ведущих? У нас так много... Что правильно, Ашотик? Что там уже Ашотик натрындел? Ашот, что ты там написал? Что Саш Черно тебя первый раз в жизни поддерживает? Светлова вернется, ведущий? Конечно, когда прилетят эсэсэловцы, она вернется. Видеть. Здравствуйте, моя птичка. Я там проходила мимо студии. Ага, видела. Ага, и сахнанаса. Нихт. 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 О, Фидерзейн. О. Нихт. Ес. Ес, ес, АБХСС, идите, все. Значит, он не... Да, куда-то. Только ты думай, что кого теперь. У тебя есть? Эти, да, есть. Эти, не... я говорю... А, эти, это... Да. Да. Сейчас. Угу. А, его обязательно... Давай, я собаку украл. Какую собаку? Это мы с Иришкой тут по своим делам, чтобы вы ничего не поняли. Черное так. Уважаемые мои подписчики, значит, так, что за шифры? Шифры эти вам не шутка, вам этого не понять. Таня, какого вы мнения о Семиренко? Тань, ответь, пожалуйста, какого вы мнения о Семиренко? Ну, вернее, уже что-то тут, короче, я пропустила. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Я все понимаю, Тань, я же не добрый вечерок, ты же знаешь. Голд беременна. Кстати, где моя картина? Кстати, он тебя давным-давно уже нарисовал. Шева вернется на проект? Ну, не знаю, пока вроде собиралась. А, Наташ, правда? Да нет, конечно, самоизоляция. Он тут недавно еще в аварию попал. Почему вы хаваете оскорбление Черно? Я никогда не хаваю ее оскорбления, если честно. Никогда. Голд беременна? Конечно, беременна. Ребят, естественно, где вы это берете? Я не понимаю просто. Где вы это берете? Слав, где они это читают, что Голд беременна? Не знаю. Яндекс. 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 Дзен или чего там? Да, да, да. Да, конечно, я тоже согласна. А Пингвинова беременна? Нет. Где вы это берете? Пингвинова беременна. Яндекс новости, да, точно. Яндекс Дзен. Там, значит, пишут. Наташа беременна от Ебарова. Голд беременна от Ебарова.
Это все желтая пресса, желтая. Никогда в жизни не оскорбляла Наташа. Конечно, Саша, я не знаю, что они там несут, как вы хаваете оскорбления Чернова. Короче, Саш, ты видишь, как ты привлекаешь много внимания к себе. Ты мой эфир перетащила на себя. Ашотик, что ты там пишешь? Я тоже. Слав, мы сегодня Алену заявляли на эфир? Нет. Надо ей ответить. Сейчас я ей отвечу. Ну тогда зачем вы спрашиваете про Иру? Сами все знаете, спрашиваете про Иру. Странный вопрос. Я все, по-моему, участники в сторис ее поздравили. Эфир вышел. Ашотик пишет, что он тоже беременный. Ашот, я поздравляю тебя. Я надеюсь, родится потрясающий... Ашот, кто родится? Чигубя? А, метис. Вот, не Чигубя, простите, метис. Извините, Ашот, пожалуйста. Ашот, вы где вообще? Когда будет эфир с Таней? Вчера написали, записали сторис русским языком. Я вообще не знаю тогда, для чего эти сторис нужны. Ашот, тебя мои подписчики поздравляют с беременностью. А как вам Марина новенькая? Да она уже не новенькая. Нормальная девчонка. Началось про Милену. Думаю, нет. Думаю, не имела на это права. Я считаю, это невоспитанность и многодозволенность. Ребята, я очень прошу, не задавайте мне вопросы про Милену. Мне это зачем? Милена уже не участница телепроекта. А кем вы приходите с Узерцовой? Никем. Нам надо знать... Про Милену плачет ребенок. Но Милена все же вам сама рассказывает. А от меня что вы хотите узнать? Вот и я так думаю. Заходите к Милене в эфир и спрашивайте у нее. Я-то здесь при чем? Семки мы любим, да, Слав? Да, две. Ой, бля, я уже вообще добрый вечер. Я взяла мышку. Это анекдот. Короче, это анекдот. Я взяла мышку и хотела мышкой прокрутить смс-ки. Думаю, что-то не наводится мышка, куда-то, наверное, завис телефон. Ой, это вообще огонь. Добрый вечерок.
Да, Милена сама ушла. Побольше эфиру со СТЭЦ. Хорошо, мы вчера были в прямом эфире со СТЭЦ, Сережей, с Ромашовым, с Яной Захаровой. Но вечером. Скажите, у вас есть дети? Конечно, у меня и внучка есть. Так вы анекдоты любите? Да нет, я вчера это говорила, я анекдоты терпеть не могу. Слав, нет, ну ты видел меня, а? Я слышал. Я взяла мышку, вот так вот. Все, это уже диагноз. Ой. И вас, дорогие мои, уважаемые, любимые мои подписчики, с праздником, с чистым четвергом. А Славочка пришел, вы бы видели. При параде. Голова. Волос пушистый, в разлет. Чё-то злой, правда, чё-то там ковыряется. Как вам поведение Захара? Да нормальное у всех там поведение, господи. Да, все хорошо. Ой, я не могу. Ой. Да, это возраст, конечно, я согласна. Как говорится, годы не молодые уже. Привет. А, привет, холодный Краснодар. Передайте привет городу Камышин. Передаю привет городу Камышин. Правда, что к Ромашову придет бывшая жена Степы? Ну, она собирается, пока что-то никак не дойдет. Наташ, пошли на перекур. Да, сейчас я уже договорю и пойду на перекур. Больше отдыхайте. Спасибо вам огромное за советы, ребятки. Да, в моем преклонном возрасте нужно больше отдыхать и меньше пиздеть. Ой, точно. Ой, Черкасова когда рожает? Да спросите у Кристины, откуда я знаю, когда она рожает? Ой. И мне тоже привет. И вам тоже я передаю огромный привет. Славочка, прекращай, котенок. Славка. А Май-то жив? Да жив, конечно. Привет свободному. Тоже. А? Тоже. Май. Вам вообще не стыдно за всю дичь, которую вы творите? Нет, мне не стыдно. Вот, пожалуйста, Евгения Константа пришла. Всем привет, подписочники. Подписки, подписки, как говорит Оскар Ренкель. Ладно, рыбки мои ненаглядные. Ой. Женя, ты вчера не была у меня в прямом эфире? В своем нет. Во втором? Нет. Бля, угар. Ты много потеряла. Одинцова, привет. А, почему вы толстая? Потому что я толстая. А что, толстым быть запрещено? Во вкус вам пускают по 6 человек. Да ладно. Да, ручных логику не поняла. Ручных вот этих корзиночек нету. Бери тележку. А что, тележки, в чем разница? Ручная корзинка или тележка? Добрый вечерочек. Ментов? Ноль. Одних только видел. Зеро? Зеро вообще. Ты видел где? Я все чисто с того, не знаю, видел, это мало. Вчера скорых было миллион. Может быть, конечно, я просто обратила внимание, но это просто количество невменяемое было скоро. Просто вот туда-сюда, на красный, я, блядь, ну это когда я уезжал. Так. А что а
пойдем быстренько, я вас слышу. Иди пассе, а мы как раз дойдем. Я выхожу давайте, из эфира. Давайте. Ну, то есть дай тогда мне маску, пожалуйста. Ну еще чего, блядь, не хватало. Схуяли я вам должна. Сейчас я подписчикам скажу, что маски, блядь, сука, не... Маски, блядь, не, нынче маски дефицит. Это не то слово. Да я не думаю об этом вообще, ну, да, ребят. Зачем мне это надо, думать об этом? Меньше знаем, лучше спим. Так, дорогие друзья, значит, всем огромное auf Wiedersehen. Как вы можете терпеть этих долбанутых подписчиков? Ну, у меня терпение-то до хера и больше. Меня, как говорится, хер выведешь из себя. Поэтому всем пока. Всех люблю, целую крепко. Ваша, как говорится, нижний поток. Посмотрите, Вячеслав, репка. Аллилуйя. А Ашотик, ты еще у меня? В эфире? Я иду к тебе в кабинет. Все, ребят, я вас целую, люблю. Ну и, как говорится, до новых встреч. Пока. Берегите себя. И сидите дома. Так, Солдатова, Косм. Ну вот сейчас ты и попиздуешь туда, куда и ты мне желаешь. Вот и пиздуй. Пока. Заебали.